якутская или восточно-сибирская рысь. Ареал обитания – Восточная Сибирь, Якутия. В 1920-1930-х годах самостоятельно проникла на территорию Камчатки, где благополучно расселилась до самого юга. Длина тела взрослых самцов в Якутии 101-106 сантиметров. Масса тела без шкуры 19-22 килограмма. Отдельные звери, добытые на северо-востоке Сибири, имели массу тела 23 килограмма при длине тела 112 сантиметров. Мех особо пышный и мягкий, преобладают одноцветные, без пятен, светлые особи, серебристо-белесой или светло-серой окраской спины и боков. Якутская рысь в массе самая светлая из наших рысей. Рысь встречается в различных листых станциях, лиственничках, сосняках, тальниках, ольховниках, зарослях и гарях. Открытое пространство, поля, сенокосные угодья, пастбища – это она избегает. Распространение рыси в регионе охватывает практически все природные зоны и подзоны, в том числе и горную тундру –